Всем привет! Вы на канале Бункер Фолча, с вами, как обычно, Павел, а сегодня мы с вами продолжим проходить игру под названием «Старый дед» или «Космический дед» Dead Space, короче, «Мертвый космос». Первая часть, ремейк, полностью на русском, спасибо студии Games Voice, они полностью перевели игру, и это здорово. В общем, как-то так, я не играл, короче, в эту игру уже несколько дней не играл, я, честно говоря, подзабыл, куда мы... А, мы пришли, у нас же станция, точнее, не станция, это наш корабль Ишимура начал падать, и нам нужно пробраться, получается, включить, перезапустить то ли реактор, то ли что, короче, чтобы двигатель, да, вырубили, чтобы стабилизационные двигатели запустить, чтобы у нас все заработало, все хорошо стало. Так, собственно, я куда-то пришел, в какой-то то ли технический отсек, то ли куда, в общем, как-то так. Ребятушки, не забывайте подписываться и на канал в Ютубе, и на ВК Play Life. Ой, почему Play Life? На ВК Видео, ВК Сообщество, ну и, соответственно, в Twitch, ВК Play Life, и добавляйтесь в друзья в Стиме, это я все сказал на всякий случай. А, еще и канал Telegram, не забывайте тоже подписываться, если что, QR-код вы сейчас видите, можете прям переходить по ссылочке и присоединяться к нам, собственно, как-то так. Давайте на весь экран. Во. Теперь на весь экран, и теперь можно, собственно, расслабиться и продолжить играть. Напоминаю то, что у нас игра, как обычно, это последние, получается, видеозаписи у нас в широкоформатном формате, растянутый полностью на весь экран. Кстати говоря, я тебе что-то прочитал? Инженерный журнал. Говорит новый главный инженер Джейкоб Темпл. Главный инженер. Не верится, что шеф погиб. Все летит к чертям после смерти капитана. Все уже давно дошли до ручки. Мы думали, что ничего хуже бунта уже не будет. Но вдруг эти твари полезли из люков. Их рожи. Блять, среди них есть мои приятели. Друзья Лиз, ее бывшие парни. И ни с того ни с сего полетели движки. Главный не фурычит. Мы теряем топливо. Хер знает почему. Мы с Денверсом пойдем в топливный отсек. Надо держать ребят в форме, чтобы не спеклись. Темпл, отбой. Вот это же нифига ж себе. Главный инженер так новый. Ну ладно, короче, погнали смотреть, искать. Нам нужно, короче, сюда. Ну, поехали. Опаньки. Оп. А, я думал, это мужика повесили. Это костюм висит. Охренеть. Я думал, мужика повесили. Так, патрошки. Замечательно вообще. Прям замечательно все. Ну тут кровища, конечно, достаточно, но тем не менее. Как бы это. Так, ладно, аккуратненько. Игрушка, кстати, вообще прям пипец какая темная. Я вот сейчас проверяю, смотрю, как у вас это все это выглядит на записи, все ли нормально, все ли хорошо. Так, кстати, подожди, я правильно выставил? Я понял, все, отлично, все хорошо. Я хотел проверить, как у меня... Оружие. Труборез. Прикольно, труборез. Так, подожди, труборез. Труборез, это новое оружие. Так, вот. Труболез, так... экипировать. Ну давай, допустим, вот сюда его экипируем. Опа, 8, блин, 8 мало. Так, что он дает? Сканирование. Дистанционная промышленная пила с левитирующим лезвием. Ни хрена ж себе. Так, удерживать, выстрелить. Так. Ай, фига его, держать ее можно. Блин, она ломается. То есть можно стрелять, а можно вот так вот удерживать. Ну ладно, давай с ней побегаем. Так, мне вообще куда? Мне вообще туда. А здесь? Да блин. Я привык к тому, что уже на вот это перекрестие можно наверх нажать и карту, как в Silent Hill, вызвать. А здесь нифига. Здесь, кстати, тупиковый. Давай сначала вот эту комнату сходим. Так, нет, тогда вот эту возьму. Получен вызов охраны. Нужна помощь в инженерном! Затними у него щипцы! Я не хочу! Дендерсон, что вы? Он
Душик. Душик сработал. Ни хрена себе. Отмени вызов охраны. Хендерсону нужно в медотсек. И к мозгоправу. Ну как бы да, после такого, когда он зубы себе вырвал. Так, хорошо, нифига ж себе, тут меня трубы напугали. Душик напугал чуть-чуть меня, ладно. Ёшка. Так, а мне вообще туда, подожди, а здесь чего? Что-то здесь трупачков очень много. А, здесь они прям дрались. А с них можно что-нибудь? С вас можно что-нибудь забрать? Не, нельзя. Ладно, подождите, пошли проверим. Может, что полезное. О, кстати, верстак. Вот это... Это ты что делаешь? Это зараза, блин. Ни хрена, я аж подпрыгнул, охренеть. Офига, он неожиданный засранец. Фу, блин. Вот это реально неожиданно сейчас было. Вот ты засранец, так подожди. Так, я где? А, здесь еще одна тупиковая комнатка, сейчас мы туда тоже сходим. А здесь что за... А, там какой-то лаз. А, мастер-ключ нужен. Ясно, мастер-ключ. А, у меня 6 таблетосов, нифига себе, ну это понятно. Плазменный резак. Я улучшалку на нем нашел. И чё? Подожди. Костюм плазменный импульсный труборез. Седьмая появилась. Это вот эта улучшалка. Ну ладно. Давайте сначала урон увеличим все-таки. Так, емкость и урон. Может еще урон сделать? А, нифига тут, кстати, резак можно-то... Ну давай еще раз. Это я что, время перезарядки сделал там? Блин, а я еще урон могу улучшить. То есть это я могу еще емкость захреначить, еще урон. Ну давай. Давай по полной. 160 очков буду урона наносить. Нафиг. То есть это я 3 сразу урона прокачал у резака. Так, что у меня еще осталось? Здесь емкость осталась и... Значительно увеличивает емкость боеприпасов. О, вот это, кстати, надо бы тоже значительно улучшать. Здесь просто, а здесь значительно прям. Рама для обоймы. А, это вот, собственно, особая рама для обоймы. Это я вот это, собственно, и добавил. Все, я понял. Блин, надо было костюмчик, конечно, тоже улучшить. Ну ладно. Ну тоже неплохо, нифига себе. Вообще замечательно. Так, ладно, здесь что? Отчет о вскрытии, доктор Николь. Здорово. Бреннан. По данным Икса, погибший младший инженер Дэвид Свенсон. Тело заживало в работающий механизм и расчленение. Заживало? Боже, Дэвид, прости. Ах, ты его узнал, что это Дэвид, ни хрена он. Фига его там заживало, ты посмотри, а. Бля. Посмертные судороги. Чё-то не похоже это на посмертные судороги. Он еще рычать пытался. Слышь, мать, по-моему, это нифига не посмертные судороги. Как и у других пациентов, в груди обнаружена желчь. В моих опытах она связывалась с человеческими клетками. Вбирала мертвую или биопротезированную ткань, рекомбинировала ее и оживляла. Охренеть. У желчи есть общие генетические маркеры с ДНК человека и наростом на стенах. Все это связано с обелиском из колонии, но как? Вот именно как. Фига он подергивается. Его изучил доктор Кайн. Но Кайн или исчез, или бежал с другими на рудную платформу. А может, мертвый тоже? Скоро все кончится, Дэвид. Обещаю. Фига, он подергивается, подергивается. Жизнь какая-то. Так, ладно, информацию какую-то
новые получили. Блин, я, честно говоря, в шоке. Так, ладно. Чё-то нашел. Блин, я надеялся, что здесь таблетоз будет. Кстати, вот с вот этого мужичка я ничего не собрал. Пилу. Вот это нужно мастер-ключ. Система безопасности отсутствует. Хорошо, будем знать. Пойдем сохранимся. Я как бы много всего сделал. Так, как там бегать-то? Так, а здесь больше никуда же пройти нельзя. Сейчас быстренько сохранюсь. Просто я как бы развитие персонажа сделал. Ну, в смысле этого резака. Резак развили. Улучшили. Так, где там? В сценку посмотрели. Давайте сохранимся. Ну, мало ли помру, придется заново бегать. Я не хочу этого. Я уже в Silent Hill один раз побегал из-за того, что... Как один раз? Два раза побегал, потому что игра вылетала, зараза такая. Во втором вот этом ремейке Silent Hill. Два раза пришлось одно и то же место перепроходить, пробегать, из-за того, что она вылетала два раза. Опа, ну-ка иди сюда. Не успел перевернуть. Ладно. Сейчас проверим свой урон, как я наношу. Так, мне вообще куда? Мне вообще назад. Мне вообще назад, а подожди, а здесь... здесь у нас... Здесь у нас тупиковая, но у меня второй... А у меня второй уровень есть? По-моему, нет. Нет, у меня только первый, блин. А он стекла бить не умеет, да? Стекла... Да, ты стекла бить не умеешь, и ты ничего не можешь с ними сделать, блин. Так, ясно, понял. Опа. Чемодан. Чемодан — это хорошо. Чемодан — это прям замечательно. Если что, я напоминаю, я деньги здесь коплю на таблетосы только теперь. Я ничего покупать не буду. Если продавать, то именно для таблетосов. Я там вот ударил. Умри ты уже. Вылезли. А что-то я не заметил, что я это быстро его ухреначил. Вроде прокачанный резак стал, а что-то как-то незаметно совсем. Так, ладно. Тревога. Кислород. Запасы горючего истощены. Главный двигатель заглушен. Ну-ка ехать сюда. Ехай сюда. Магнит так примагнит. Так, хорошо, подожди. А здесь наверх куда? Здесь куда-то наверх можно сходить. Пошли сходим сначала наверх, потом туда поедем. Пошли наверху посмотрим все. Внимание! Нуль гравитационные операции с двигателями корабля и главной нуль. Требует одобрения главного инженера. Чё здесь никого нет? Нуль гравитационные. Интересно, я правильно иду вообще? Вообще я могу вот этими баллонами покидаться во врагов на самом деле. Так. Это что-то двигать можно, да? Или нельзя? Так, подожди. И здесь, наверное, сначала что-то включить надо. Так, здесь понятно. Здесь пока непонятно. Понятно, что здесь пока непонятно. Пошли наверх сходим еще. Сейчас разберемся быстренько здесь. Так, ну здесь все, походу, закрыто пока что. Да, здесь, походу. Ну не совсем. А, я срезик открыл. Вообще гениально. Вот это, кстати, хорошо, что я сделал. Так, ну давай сохранимся. Срез открыл, все вообще замечательно. Так, сохраняшка. Теперь можно сохраняться без всяких проблем. Далеко не бегая. Блин, здесь бег на другую кнопку, нежели в Silent Hill. Так, а здесь у меня закрыто, да? Здесь просто тупо закрыто. Ну все, поехали на ту вагонетку. Фига, там кто-то орёт.
кого-то убивают. Эмбиент здесь, конечно, да. Так, ладно, поехали. Так, у меня же перезарядочка. На всякий случай. Так, ну там кислород есть, значит, здесь будет, возможно, безвоздушное пространство. Блин, как она хреново трясется. Вот это вообще. Я вот слышу. Ага, я кого-то вижу. Ты еще, блин, будешь меня. Блин. Ну хотя бы так. Короче, две конечности надо им это отрубить, чтобы все. Блин, тут можно было в зад. Так, ну-ка иди сюда. Ну-ка иди сюда. Блин. Успел. Фу. Всех? Всех. Блин, надо было пилой попробовать. Давай пилой попробуем. Она же перезаряжена. Хотя, зачем мне эта пила? У меня пока это резак есть. Пила, она, я скорее всего понимаю, так посильнее будет. Посильнее, помощнее. Не буду тратить ее. Клапаны готовы, шеф! Отчет о выполнении. Джейкоб Темпл. Двигатель отказал не из-за неполадки. Кто-то отключил топливопроводы главного двигателя и попортил клапаны. Мы возились с ними целый час. Нужно перезапустить южный пост топливной системы, но какой-то мудак отрубил сеть и заблочил выключатель. Без движков мы скоро рухнем на планету. Фу. Что делать? Здесь должен быть кто-то, кто может поделиться картой доступа. Проверь, нет ли... Стоп. Ты это слышал? Черт. Денверс, беги! Блин. То есть, получается, это буквально записано не так давно. То есть, мы падать-то начали недавно. Естественно, эта запись тоже была сделана тоже недавно. То есть, здесь еще кто-то живой был. Блин, лес. Он засранец. Но я в него немножко попал. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Блин, да ты. А, блядь. Да ты... Я ж тебе ногу отстрелил уже 10 раз. Капец, я мажу. Я просто мазила. Ладно, давай полечимся. Я капец мазил. Может, ничего нет. Ключ-карта. О, хорошо. Так, ключ-карта. И сохраняшка. Давай-ка сохраняшку сначала. Это хорошо, что здесь рядышком сохраняшечки есть. Так, здесь вроде ничего. Ключ-карта у меня есть. Так, здесь что-то надо сделать. А, здесь электричества тупо не хватает. То есть мне нужно куда-то сходить с этой ключ-картой и что-то где-то сделать. А, хамуха, ты что делаешь, мать, а? Здорово. Хэммонд, фига появилась. Живая. Слава богу. Мы-то подумали, тебя там... Нет уж, не дождетесь. Я забаррикадировалась в серверной. Я их слышу, а вот они меня вряд ли. Айзек, я отследила твой Икс. Ты ведь в инженерном? Добуду себе права администратора. Постараюсь помочь. Это хорошо. Добудет она права администратора. А как ты, интересно, права администратора добывать будешь, интересно? Мне реально интересно. Так, ну кислород у меня как бы есть. Кислород... А, ну у меня сюда... Регистрация карты охраны. Опа, таблетоз? Таблетоз вообще шикарно. Все, мы сейчас прокачаем вообще резак на полную. Доступ подтвержден. Открывай. Подожди, а здесь-то то, что... Странно, кнопка не появлялась.
Так, что у нас здесь есть? Свет и саппорт какой-то, поддержка. Так, свет — это жизнеобеспечение и южная заправочная станция. Ну, свет меня не сильно беспокоит, а вот заправочная станция нужна. Это сейчас что было, блин, что за звуки? Кто, где? Так, тишина, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой! Да ты курень. Блин, я мажу по ним. Так, ладно, еще бинза. Бензопила еще одна. Еще одна пила. Так, хорошо. Во! А что мне с тобой делать? Потянуть вниз. Вот так надо было сделать. Так на той тоже надо было так сделать. Для запуска двигателя недостаточно топлива. Реально, тут заправка. Что и дальше делать? Пока непонятно, ладно, пошли назад. Блять, идет. Идут, вон, мелкие. Так, открывай. Ай-яй-яй! Больно. О! Да попади ты в него! О, нормально. Так, где второй? Опа. Да ты какого хрена? Да ударь ты его! Да, блин! Чё, серьезно, надо обязательно стрелять в них? Ну-ка. Ну иди сюда, давай. Ну вытащи. О, нормально, минус один. Так, где? Да ладно, у меня патроны закончились. Ладно, давай так постреляем. Слышу там кто-то еще. А, идет. Так ты заставил. А, нормально, кстати, винтовочка. Винтовочка нормально стреляет. Надо, кстати, полечиться чуть-чуть. Чуть-чуть полечиться. Что-то вообще темно, вообще капец как. Мне бы еще не косячить, я имею в виду, что это... Смотреть, куда стрелять. Мне вот интересно, я сейчас в свет обратно могу? Вернуть или не надо, или не могу. А я теперь убрать не могу, все, теперь только без света будем бегать. Теперь без света, ладно. Ну, судя по всему, поехали назад. Все, поехали назад. Фига, она какая огромная херовина вот эта вот для дозаправки. А это, наверное, надо было вот этот штырь сюда, что ли, воткнуть в нее. Или чё? Да что, где? Чё происходит? Так, надо там посмотреть, может, там кто-нибудь сейчас появится. Я так понимаю, мне вот туда надо опять. И вот там сейчас магнитик нужно передвинуть будет. То ли вниз, то ли вверх, я так не понял. Приехал. То здесь можно было, в принципе, оставить свет, но вырубить. Не, ну как бы винтовкой тоже можно.
но менее эффективно. Я что-то забываю на самом деле, что можно вот этими кидаться в них. По идее, надо было это помнить. Да, я же говорю, вон, я же подключился. Заправка пошла. Отлично. Смотрю на датчики. Горючего четверть от нормы, но должно хватить. Теперь осталось оживить центрифугу. Топливопроводы кто-то знатно искорежил. Поскорее там. Экиды в иллюминаторах все ближе и ближе. Так, ладно, в обратку погнали. Ну да, конечно. Короче, блин, там сзади кто-то! Ты кто? Вот так. Ладно, полечился. Так, где он? Здесь же трупак. Да блин, удари. Подожди, а где трупак-то? А, вот он. Подожди, а где трупак-то? Здесь же был. Куда делся? А, вот ты где. Я думаю, куда-то трупак исчез. Так, ну теперь мне только туда. Кто где? Опа. Да ты серьезно, блин. Так, я понял. А прикольно, кстати, она режет. Пила-то прикольная, оказывается. Так, ладно, куда мне? Я сюда. Здесь перезарядочка тоже. Блин, мне нравится мое оружие. Оружие прикольное, кстати. Пила прикольная. Пила прям пригодилась. Так, пила прям пригодилась, подожди. А я туда попасть, получается, не могу, да? Или могу? Подожди. А, здесь просто тупо закрыто. Это что, машинное отделение, я понял. Ладно, погнали. Я думал, могу. Видимо, нет. Кстати, магазин. У меня всякой лабутни много, давай-ка продадим. Я там какую-то плату нашел, какую-то что-то еще, куда-то кого-то. Рикошетный трассировщик, труборез. Новый предмет доступен. А, ну понятно. Подожди, это купить можно? Улучшение плазменного резака, серьезно, 11 тысяч. Улучшение импульсной винтовки. Улучшение труб. Нифиг. Вот это спасибо. Так, это я понял. Так, продать, во-первых. Это, во-первых, продать. Вот это, кстати, надо зарядить. Блин, патроны к винтовке. Соточку продать. Ну давай продать. 89 осталось, ладно. 89 тоже нормально. Так, немножко. Блин, не хватает. Блин, от пилы я не хочу продавать. От пилы не хочу, но зато хотелось бы таблетос взять. Тогда мы можем, знаешь, что продать? А у меня лечилок нету, ни хрена себе. Прикинь, у меня даже лечилок нету. У меня даже лечилок нету. Ладно, давай вот эту продадим. Я пока не пользуюсь ей. Зато таблетос есть. Вот, теперь два их. Зато таблетос есть, теперь я могу и костюмчик развить, и что-нибудь еще. Давай сохранимся. Так, ладно.
Вроде неплохо. Вроде неплохо пока все. Немножко поближе. Все. Вроде неплохо все пока идет, уже хорошо. Единственное, лечилок нету, вот у меня прыгает. У меня же вроде были аптечки. Владелись все. И патронов что-то как-то вообще пипец как не хватает. Но деньги я тратить буду только на улучшалки костюма и оружия. И только на улучшалки вот эти модули дополнительные. Все, больше ни на что не буду тратить. Потому что ну его нахрен. Так, здрасте. О! Опа! Заметил. Конечно. Так. Кредитики надо собирать, да. Пока прям тишина. Это что такое светится? Свечка. А, тебя куда-то засунуть надо, я понял. Вон, смотри, она магнитится. Значит, ее можно куда-то засунуть. Так, хорошо. Мне вообще куда? Естественно, мне туда. Давай-ка сначала сюда сгоняем. Ага. Это просто вентилятор так сломался, я понял. Больше ничего нет? Вроде больше ничего нет. Ладно, погнали. Ну, судя по всему, мне вот сюда как бы... Ну да, мне сюда. Подожди, а здесь дальше по коридору что будет? Дальше по коридору что-то будет. Ха, дальше по коридору что-то будет. Сейчас, подожди, давай сначала здесь обыщем. Пока спокойно все, давай сначала здесь все обыщем. Так, верстак, вообще огонь. Так, журнал инженерного отсека. F. Hello. Время регистрации 17:38. Проверка 5:05. 0:05. Зон в смысле 5 из 5 зон проверено. Состояние неудовлетворительное. Внесено в реестр. Комментарий. Неявок все больше. И дело не только в юнитологах, которые прогуливают по религиозным соображениям. В графике дежурств появились серьезные проблемы. У людей крыша едет от бессонницы, они наносят себе увечья или попросту исчезают. Они уходят со смен и уже не возвращаются. Кто-то говорил, что на нас напали. Херня. Мы в самой жопе мира. Кому бы пришло в голову лететь в такую даль, чтобы напасть на добывающий корабль? Ах да, капитан мертв. И по словам Кармака, его убил кто-то с мостика. Честное слово, я уже охереть не успеваю от местных слухов. Охреневать не успеваю от местных слухов. Добавлено. Потерял связь с мостиком. X-Link, говорят... Что сейчас было? Горячая линия охраны, везде молчок. Идет оно все нахер. Я уношу ноги, пока могу. Все понятно, все правильно. Разблокировать. Подтвержден. Разблокировать взять. Так, хорошо. Верстак это хорошо. Сейчас до конца свой пистолетик прокачаем. Резачочек прокачаем до конца. Ладно. Опа. Опа. Всю. На 100% на данном этапе я прокачал резак. Надеюсь, я это не зря сделал. Но патронов теперь должно влезать прям много. Сколько патронов? 19, ни хрена себе в обойме. Да, теперь стрелять, не перестрелять. Ладно, погнали. И сюжет у меня сюда. Вот. А, нет, не туда, кстати. Активировать. Начать с последовательность обеззараживания. Ушел. Так, я в уголочек. Я в уголочек встал. По-любому сейчас кто-нибудь вылезет. Блин, еще туман. Я же говорю. Я уже кого-то слышу. Так, где? Ага, вижу. Здорово. Ну-ка, вылези.
минус один. Кто? Ну-ка давай. Да блин, плюнул все-таки в меня. Ах ты засранец мелкий. Ладно. Ой-ой-ой. Так, где ты? Все или не все? Вроде все. Фу, жестко здесь. Жестко. Благодарим за ожидание. Схема средней аптечки. Хорошо. А он там кого-то убили. Только что. Прям кричал мужик. У меня, кстати, патронов маловато. Что сделать? Вариантов нет. Так, мне куда? Мне туда. А с другой стороны что? Здесь по кругу, подожди, а здесь что? Здесь тупичок, давай сначала в тупичок сходим, потом посмотрим, что там. Пошли в тупичок. Ёшкин, куда ты что? А, нам же про это, в прошлой серии нам как раз про это рассказывали. Нам нужен огнемет. О, кстати, улучшалочка, спасибо. Нам нужен огнемет, чтобы вот эту вот заразу так же, как в метро, Эксодус выжигать. Кто? Да блин, да ты серьезно, мелкий. Да. Да блин. Так, минус. Все. В этих главное попасть. Именно выход из щупальца, вот эти отростки. У меня 6 патронов для резака, это очень печально. На самом деле. Фига тут все раздулбан. Там что-то вырвалось прям. Игруха еще. Передача по системе X-Link. Невозможно, стенограмма перенесена в доступное хранилище. Доктор Темпл Тай, Джен, вы живы? Брань, чего они телятся? У нас время в обрез, а центрифуга все еще не работает. К. Денверс, никакой связи по X-Link'у с тех пор, как они ушли, шеф. Они пропали, да, Темпл? Да, мы им дали все, что у нас было. Они бы послали весточку, будь что не так. Что они там, брань? В дыру провалились, брань. У нас под брюхом огромный кусок планетарной породы висит. А если мы отключим гравиподъемник? Сбросить весь груз, хоть время выиграем. Да, я пробовал. Тут либо половину проводки вытирать, либо хрен там плавал сбросить такую груду горы. Может, только член правления ЦС. Нельзя ж брать акционеров. А если центрифуга не начнет балансировать корабль, мы грохнемся на планету уже через несколько часов. И если повезет даже. Так, я понял. Так, это мое, я вижу, что-то лежит. Денежки. Денежки лишние не бывают. Блин, а что-то это сегодня как-то не размялся прочитать нормально, все не могу. Что происходит? Что происходит, не знаю. Сохранишка. Так, сохранишка есть, отлично. Что у нас там по времени? По времени нормально, по времени хорошо, еще минут 20 есть.
Зона невесомости. Ёшкин кот. Центрифуга остановлена. Пожалуйста, подключите энергоблоки. Сейчас подключим. Здесь, короче, полетать можно. Это хорошо. Отлично. Стазис есть. Так, это вообще куда? Здесь типа лифт. А мне вообще куда? А, мне пока непонятно куда. Но куда-то надо. А, так, можно тебя притянуть? Можно. Отлично. Так, что здесь? Мне, судя по всему, вон туда надо. Может быть, вниз надо. Ладно, давай полетаем. Где? А, вижу тебя. Так, это лифт. Лифт мне пока сейчас не нужен. А что ты хотел? Мне бы понять, куда мне вообще в принципе... Опа! Ну-ка, иди сюда. Это спасибо, но я не тебя хотел притянуть. Лечил кого-то хорошо. Судя по всему, вот там что-то двигать можно как-то. Смотри, тут внизу можно что-то двигать. Сверху. Пока непонятно. Поехали сюда. А, присоедините модули генератора сцепления для перезапуска центрифуги. Понятно. Здесь, видимо, воздуха не будет по какой-то причине. Опа, что-то я вижу. Патрушки, это мне надо. Пока сейчас здесь более-менее спокойно, наверное, нужно сейчас все собрать. Пока врагов нету. Пока патрушки где-то пособирать. Так, ну я понял, короче, нужно вот эти две хреновины присоединить. Вопрос как? Скорее всего, толкать просто надо. Ну давай. А! И все, что ли? Так, ладно, одну хреновину присоединить. Серьезно? Не так, а как-то. А, я понял, как надо. Не зря же здесь нам замедлили все это дело. Так, ну-ка иди сюда. Так, вот тебя вот так. Ну-ка. Так, один под... Блин, кто-то. Кто-то слышу где-то. Кто-то где-то. Где ты? Ага, вижу тебя. Хе, летает, блин. Блин. Как мне тебя убить-то? Так, ну-ка давай постреляем в тебя. А, ну все. Так, ладно. Один готов, где второй? Так, а где второй? А, вот, вижу второй. Да блин, не крутись. Это, скорее всего, тоже так же надо. Ну-ка.
активирован. Центрифуга готова к запуску. Просьба отойти на безопасное расстояние. Ладно, пошли, отойдем. Так. Запустить циф... А, наверное, туда надо слетать теперь. Ладно, полетели. Вот это, наверное, пульт запуска, скорее всего. Но не факт. Ну, похож, по крайней мере. Да, точно. Перезапустить, да. Перезапускаем, пока. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что-то и происходит не то. Кислород ушел, я понял. Центрифуга запущена. Восстанавливаю баланс с планетарным грузом. Так, а мне куда? Мне сюда. Ладно, погнали. Ни хрена я куда спустился. Выходит, осталось запустить двигатели. У меня все готово. А, туда она. Сейчас она прилетит. Блин, а тут бы успеть. Так, успел. Блин, а у меня кислородом. Вот это ни хрена вы тут. А! Ты прикинь, нахрена я на него время тратил. Надо было просто его бежать и пробежать, и его бы центрифугу хреначило. Вот где я сейчас начну? Только не говорите, что мне заново сейчас надо... А, нет. Ну, хотя бы с этого момента. Я уж думал, сейчас надо заново будет. Так, ладно, теперь понятно, что нужно делать. Так, можно вот этой, кстати, побиться с ним. Вижу, ты запустил центрифугу. Выходит, осталось запустить двигатели. У меня все готово. Или эту пока взять. Да-да-да. Давай-давай-давай. На нахрен. Опа! Блин! Блин, придется подождать. Зато потрошки собрал с него. Эй-эй! План. Побежали, говорю. Бегу, бегу. Блин! Да ты Ай, буквально секундочку не успел добежать. Да ты серьезно? Секунду не успел добежать. Короче, вот эту пока берем. Вижу, ты запустил центрифугу. Выходит, осталось запустить двигатели. У меня все готово. Да. А чё-то нету ничего. С него патроны должны были упасть. А, нет, во. Сейчас просру все. Да беги. Не успел. А, нет, успел. Да не умрешь ты. Главное не застревать здесь. Все, набежал. Сюда же? Да, сюда. Ну, это, в принципе, не сложно, но, блин, напряжно. Так, здесь тоже она крутится, нет? А, нет, здесь не крутится. Да, блин. Ну-ка. Ну-ка, иди нахрен.
ты ебанех. Я его просто не слышу. Она здесь просто сама появилась и все. Зона нормального все, давления. Зона нормального давления, все нормально. Центрифугу запустили, топливо мы, получается, заправили. А что теперь надо? Больше ничего не надо, но все, что нужно было, мы сделали. Правильно же? Или неправильно? Это что такое? Охренеть! Ты кто? Ты кто? Да блин! А, я понял. Надо вот в эту хреновину стрелять. А у меня патронов нету! У меня прицел туда-сюда, хренач. У меня прицел туда-сюда вот так вот ходил, охренеть. Это что было сейчас такое? Все что-нибудь падает? Блин, все патроны на него потратил. То-то я думал, из этой хреновины, то есть из этой дырки что-то вылезло большое. Офигеть, мне огнемет нужен. Реально. Так, мне же обратно и обратно. Только давай без этой заново очистки этой дурацкой. А, нет, нету очистки. Фига там кто-то орёт. Там кто-то идет! Там кто-то... Да серьезно! Да я, блин, в верстаке, отстань! Быстрее, уходи! Иди ты нахрен! Офигеть! Да отстань ты от меня! Офигеть! Вот это да! Так, что у нас с этим? С этим? Здесь у меня все прокачано. Все, давай костюм качать. Костюм пора качать, надо хпшку больше. Так, это энергия стазиса, а теперь потом следующая хпшка будет. Фу, вот это он подкрался незаметно, вот это да. Так, у меня здесь перезарядочка. Офигеть, он подкрался. Я вообще не рассчитывал, что он сюда подойдет, блин. Сюда иди. Сюда иди. Сюда иди. Это же правильно? Правильно. Все, поехали обратно. Кто-то со мной уже разговаривает, на связь выходит. Сюда иди. Так, ладно, заканчивать пора. Заканчивать уже пора, надо бы сохраняшечку, и было бы вообще идеально. Ну давай, это... Дверь в топливный отсек. Оттуда ты сможешь пробраться к двигателям. Это хорошо. Это спасибо, это хорошо. А, так мы обратно и пришли туда, откуда, собственно, сегодняшнюю серию и начинали. Ха, на ней же и заканчиваем. Нифига себе, прикольно. Это он... Это она мне, получается, предлагает куда? Да, это она мне предлагает туда сходить. То есть вот это привод. Ну все, будем, значит, в следующей серии именно это и проходить. Ну что ж, ребятушки, всем спасибо, кто смотрел эту серию до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать это и другие видео. А также не забывайте о том, что есть телеграм-канал, на который вы можете также подписаться, где выходят оповещения о новых видюшечках, стримах, где я периодически что-то пишу о своей личной жизни. А также у нас есть теперь канал ВК-видео, есть ВК-сообщество, подписывайтесь и туда. Есть Twitch-канал, есть ВК-плей-лайв-канал и, конечно же, добавляйтесь в друзья в Стиме. Всех приму, всем буду рад. Потому что в Стиме тоже проходят трансляции, и так же, как и на всех остальных площадках одновременно. В общем, всем спасибо, всем пока.